Привет-привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий из Walter Soldiers 2, Шавармагеддон. И мы идем за лампой. Мы идем за лампой, потому что без лампы нам просто жизни нет. Куда ее утащил Чернобород? Надо узнать. Продолжаем. Уйдем на восклицательный знак. Нет, уже не идем. Нас остановил полицейский. Да, и в те времена они тоже были. Стоять! Ваша лодка двигалась с превышением скорости. Можно ваши документы? А может быть, взятку? Мы недавно научились давать взятки. Не беспокойтесь, офицер. Мы приличные деловые люди. Мы специализируемся на взбучках высшего класса. И у нас специальная доставка для Чернобородо. Чернобород находится под защитой султана Аль-Бороды. Боюсь, ваша доставка приехала на конечную станцию. Похоже, нас ждет открытый бой с полицейским. А у этого полицейского, смотри-ка, он может подкупать тоже, да, получается, или что? У него есть пушки, у него есть эти ворота, у него есть эти джинны. В общем, беда одна. Ну ладно, беда не беда, но нужно сражаться. Вперед. Что мы возьмем? Что мы возьмем с собой? Выберите предметы класса 1 для себя. Choose your T1 units. Какие предметы для себя мы возьмем? Что же взять, а? Что же взять-то все-таки? Давай, наверное, алхимия пускай будет. Пускай будет овечка. Пускай будет вот этот шамшермен. И пускай будет... Пускай. Не хочу шамшермена. Хочу метатель топора и вот этого. Далее. Здесь что? Пускай будет на всякий случай охранная башня. Горец-десант. Простой горец. Давай, на всякий случай горец-десант. Нага. Мираж. Факир. Хорошо, пускай будет факир. И пускай будет... Пускай будет молния Тора. Далее. Подкуп, да? Подкуп, да. Песчаная ведьма, да. И... Танец кинжалов? Может быть, буйство старины Ларри? Давай, буйство старины Ларри и... И пускай будет снежная буря. Вот так. Готово. Все, уже началось. Уже поехало. Сколько? 600 монет. Маны нету, да? Отлично. Отличное начало. Так, бегом сюда кто-нибудь. Третья Ольга. Так, давай-ка здесь посмотрим, что с чего начать и куда идти. Допустим так. Здесь, допустим, так. Для начала. Может быть, открыть сразу подкуп. Ворота, а напротив сразу что? Ворота соперника, я так понимаю. Давай, может быть, четвертую Ольгу. Подкуп стоит дорого. Ужасно дорого. 120 монет, поехали. Еще 120, поехали. Золотишко спускается. Ольги носят. Метатели топоров приступили к делу. События начинают развиваться. Ну, не знаю, что там возьмут нас полицейские или нет, но просто мы так не сдадимся. Просто так не сдадимся ни в коем случае. Золотишко еще на подходе. Чпунь. Сразу Ольгу отправить, наверное, пускай забирает. Что здесь придумать? Может быть, чего-нибудь, а? Бабка. Мне нужна бабка. На всякий случай. Уже прибежал, да? И не один причем.
Слушай, а мы сейчас их метатели топорами как раз замечательно встретим. Почему нет? Замечательно, мы их встретим метателями топора. Сбор получен. Бабка на подходе. Блин, ворота сейчас мои рухнут. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Бабулька на подходе. Давай вторую бабульку. Построить мы что-нибудь можем? Охранную башню можем построить. Ничего себе их набежало. Да-дах. Вот это их набежало. Их очень много. Их очень много. Вперед. Золотишко срочным образом принести. Охрана... Бабка, что ты залезла на охрану башню? Что, делать нечего? Это не для тебя место. Ну ладно, сиди. Сиди, пока сиди. Долбим ворота. Может чего-нибудь, а? Может чего-нибудь еще изучить? Эх... Давай-ка вот это на всякий случай. Давай-ка это на всякий случай. Быстрей, 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 быстрей. Черт. А он, смотри, он совсем близко. Он совсем близко. Давай одного ишака его приглушим. Он совсем близко. О, отлично. Шамшермен тоже готов. Бабулька атакует. Мы идем на прорыв. Мы идем на прорыв. Я думал, все будет очень даже серьезно. Хотя, если он сейчас подносит золотишко... Что мне нужно? Мне нужна мана. Мне нужна мана. Срочно мне нужна мана. Мне нужна мана. Таскайте ману. Бабку убьют сейчас. Бабку убьют. Подкупить. Срочно. Отлично. Нормально. Подкрепление подошло. Подкрепление подошло. Эх. Нормально. Чпунь. Готов. Что там с маной? Что там с маной? Ишака одного убить. Блин, надо войско посерьезнее и побыстрее это все зарешать. Тут, в принципе, делов-то. Эх. Все, мана мне не нужна, мне нужно золото. Мне нужно золото. Давай, одного ишака... Нет, не получилось. Может, подкупить ишака, да? Правильно, ишак, иди в нашу сторону. А этого прихлопнуть. Нет, не получилось. Нет, не получилось. Ну, ладно. Мне нужна мана. Ишак, пустой, не иди. Принеси. Принеси. Принеси золотишко. Черт, это должно было случиться как можно быстрее. Я затянул это очень надолго, я прям чувствую. Ишаков больше нет. Бюджет его не пополняется. И полицейский участок, я думаю, что сейчас будет просто разрушен и уничтожен. Готово. Кажется, ваша база случайно разрушилась. Так что, если не возражаете, мы продолжим свое путешествие. Ладно, проезжайте. Но в следующий раз на удачу не надейтесь. Да, это надо было делать быстрее. Победите, не разрушая двери, да? И так можно. Ну хорошо, как-нибудь в другой раз продолжить. Роем, роем. Куда это мы добрались? Куда нам нужно идти? Нам нужно на восклицательный знак идти. Стучать ворота Эльбороды. А это что такое? Ну нам туда еще рано.
Хотя можно и сюда, но мы постучим в ворота Эльбарды. Начать. Кто бы мог подумать, что в нашей армии окажутся демоны? А ведь Окрок оказался довольно нежным. Нежный Окрок. Поняли? Нет. Ну ладно, теперь им лишь остается дойти до персидской столицы и перехватить Черноборода до того, как он предстанет перед султаном. А, викинги у ворот. Плохо дело. Где же мои подкупленные соотечественники? Викинги? Черноборот? Эй, ты любитель чужих лодок. Злодей из тебя все равно никудышний, так что давай сюда лампу. Слишком поздно. Я уже отдал ее Альбарде и получил за это награду, и султан оказался весьма щедр. Друг мой, мы должны отобрать у султана лампу. Он грубый, жестокий и ненавидит шурму. Еще Альбарда сказал, что даст мне небольшую прибавку, если я не позволю вам войти в город. Не видать тебе, наверное, прибавки. Да, не видать тебе прибавки, говорит Окрок, потому что мы идем во дворец Альбарды, а этот город стоит у нас на пути. Бачкалерист, ага. Все это время ты доставлял мне неприятности, а теперь ты будешь на моей стороне, да? Быстрый боец, взрывающийся при столкновении. Ладно. Гоблин копьемет. Дальнобойный воин бросает ядовитые копья. Слушай, если их не просто так дали, да? Я так думаю, что они нам пригодятся. Поэтому мы сразу же изучим бачкалериста, наверное, чуть позже. Может быть, нагу. Давай нагу изучим. Мана у нас есть. Ману мы тоже изучим, да? Ой, ману. Молнию Тора. Молнию Тора возьмем. К чему пойдем? Есть подкуп внизу. Может быть, слушай, а золото-то уже нет? Золото-то тю-тю. Эх, наизучались. А вот смотри, кучка стоит. Кучка стоит золота. Может быть, пока спустится третья, и мы ее приберем к рукам, эту кучку. А? Приберем к рукам? А, спускается только мана, да? Ну, мана тоже полезна. Мана тоже полезна очень даже. Знаешь, что мы сделаем? Мы вот это, руну маны построим. Это все как-то и задержит их. О, нет! Они уже идут. Они уже идут. Зачем я отправил Ольгу? Боже мой, он ее прибьет. Он ее прибьет. Скотина, не трожь. О, здесь еще одна кучка. Неплохо, неплохо. Слушай, ну эту битву мы, конечно, проиграли. Смотри, здесь их очень много. Их очень много. Мы почти у ворот. Нет, мы почти у ворот. Это не то. Мы почти у ворот. Снежная буря. Снежная буря — это хорошо. Давай так. Это кто сделал? Кто это превратил в барана его? Чпунь. Так, одного убрать. Один готов. Держаться, 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 сдержаться. О, этот старикашка на этом осле или на баране. Противная. Противная неприятность. Смотри, он как лупит моих. Он их просто кучей, пачками убирает. Да ну нет, мы так не вытащим, то что? Не сдаваться? Главное не сдаваться. А денег нет. Мы не сдаемся, но денег нет. Вот же гад, а. Кто-нибудь сходите за деньгами. Блин, не того припечатал. Не того совсем припечатал. Нага. Нага, готовься. Нага на подходе. Пока они будут долбить эту ману. Но это тоже плохо, ее же не надо долбить. Может быть, успеем. Может быть, успеем. Чпунь, готовы.
Блин, так что такое? В барана превратили. Вот эти малявки, они просто дохнут на ура. Я не знаю, есть ли смысл их делать. Давай еще одну манку. Ну. Готов. Что там по деньгам? Мне нужна мана. Мне две башни, они нифига не вырабатывают. Нет, по-моему, нужно сейчас сдаться. Или нет? Сдаваться не будем. Будем сражаться до последнего. Будем сражаться до последнего. Сколько монет? Скинуть этого с этой бочки. Нага ползет, Ольги несут. Еще пятую сделать на всякий случай. Так, хорошо. Мы почти у ворот, я так понимаю. Мы почти у ворот. Сбор получен. Надо бы что-нибудь изучить такое полезное. Прям не знаю, не могу, какое полезное. Может быть, заморозку, а? Давай снежную бурю, может быть, пригодится. Ого, ну сколько их много, ну так нечестно. Ну так нечестно. У меня мало денег. У меня практически нет денег. Нага. Нага. Сбросить его. Сто пятьдесят, да? Вперед. Одну Ольгу посылаем. Одну Ольгу посылаем, вторую Ольгу посылаем. Нага раз. Еще раз. Чпунь. Готовы. Эх. Надо скинуть его. Надо срочно его скинуть. Задание выполнено. Мы в городе. Я иду за тобой, Черноборот. А это еще не все, да? Это еще не все? Может, вы и попали в город, но у нас ваш информатор. Вам не попасть во дворец. О нет, мой дорогой друг. Говорил же, что взятки требуют тактичности. Ладно, вы тут веселитесь, а я пока отправлюсь навестить своего нового друга и забаррикадирую дворец. Информатор, не волнуйся, мы тебя вытащим. Поторопитесь. Если не успеют предупредить Альбороду, я не смогу провести вас во дворец. Черт побери! Черт побери! Чпунь! Бабка, бабка, бабка идет! Идет бабка! Заморозить. Уничтожьте бабку. Так, создаю еще одно войско. Эх, помогло бы это. Помогло бы это. Скинуть его оттуда. Держаться, держаться, держаться. Где ману уж можно еще втулить? Чпунь, готово. Сколько денег? Немножко есть. Немножко есть. Что там происходит? Чпунь, заморозим. Одного убьем. Так, давай, 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 поднажми. Поднажми. А денег нет, денег нет, денюжки, денюжки, где мои денюжки? Заморозить их. Мана идет, мана идет. Эх, давай, 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 подожми, ребятки, подожми, еще чуть-чуть осталось. Бабка залезла теперь, да черт побери, а? Маны нет теперь, теперь нет маны. Я не знаю, долго ли мы сможем сопротивляться всему этому, но я чувствую, что недолго. Наши силы просто уже тают, они иссякли. Они иссякли, мы почти прорвались, мы почти прорвались.
Готовы. Сбор получен. Сбор получен, но... Блин. Давай. Поднажми. Надо было, конечно, создавать войско, чтобы сразу же количеством давить. Сейчас мы просядем. Готов. Давай. Поможем немножко. Эх, мана заканчивается, но ничего. Мана заканчивается, но мы не сдаемся. Все. Приехали. Готов. Мы почти дошли до информатора. Держись. Бегут. У вас осталось 3 минуты. Всего лишь 3 минуты. О, спасибо, что освободили меня. Жаль, что Чернобороду удалось сбежать. У нас получилось? Я пытался подкупить его, но он такой богатый, что у него иммунитет. Жаль, что тебе пришлось столкнуться с такими неудобствами, друг мой. Так ты можешь незаметно провести нас во дворец, а? Да, думаю, мы еще успеем попасть во дворец вовремя. За отдельную плату, конечно же. Виктория, значит победа. Не уничтожьте ворота. 9 минут потратила, надо было бы 6:30, чтобы быть вообще идеальным. Но я не знаю, я рад и этому. Еле добрался, чуть не полегли все мои там силушки на этих, у ворот этих. Продолжить. Подожди, это мы идем стучаться в ворота Альбарады. А вот это что такое? Может, мне сюда стоит зайти тоже посмотреть, что это такое? Давай-ка потопаем сюда. Открытый бой, полицейский. Подожди, с полицейским я уже дрался. Утес над... С полицейским мы дрались. Вот это что? Вот это. Бонус Барбародус. Бонус Барбародус. В общем, давай посмотрим, что это такое. После безумного путешествия по пустыне Ружеброд и Альбуфет здорово дождались в отдыхе. Альбуфет предложил остановиться на Барбародосе, райском острове вечных вечеринок. Я бы присоединился к ним и зажег танцпол, но мне все еще не здоровится. И вообще, от этого места у меня мурашки по коже, не знаю почему. Так и есть. Они танцевали до упада, причем буквально. За годы здесь много изменилось, похоже, вечеринка окончена. О, скелеты. Вечеринка продолжается. Честно говоря, сейчас вот-вот начнется новое. Говорит, некромант какой-то. Что происходит? Какая вечеринка? Смотри, сколько их идут. Он знает, как нужно веселиться, и все же вечеринку надо прекращать. Никто не уйдет с вечеринки. Подожди, они убивают нас просто на ходу. Что такое? Подожди, всех ослов моих перебили. Эй, подожди. Подожди, не так быстро. А что ты мне теперь... Осел, собирай-ка это. Осел, тащи быстрее. Это мой последний осел получается? Больше я не могу создать осла? Ну да, получается так. Ого, погнали. Вот это вечеринка. Вот это веселье. Только справимся ли мы с этим весельем? Осел, ты один, тебе придется таскать все. А денег больше нет. Да уйдите эту надпись, уберите. Осел, быстрее. Они снизу идут. Мы пошли наверх, они идут снизу. Осел в опасности. Быстро перенаправить в эту сторону. Осел, забирай.
Жмем. А что, всех моих уже нету никого, что ли? Уже никого нет, уже никого жать. Всех уже отжали. Давай. Пахнет вкусно, пахнет могуществом. Какого черта? Думали, я могу оживить только трупы? О боги, это просто невероятно, мы уничтожили Чили. Чили настраивает наших бойцов против нас. Нет, держаться. Бойцы до последнего. Черт побери. Осел, быстренько притащи это все. Там этот перец еще. Мы живем. Каких сильнее? Денег нету. За что отсылать-то бойцов? Я бы отослал, но денег-то нет. Вот же сволочь. Последний ослик. Или нет? Или это был не последний ослик? Я ж был перепугался. Так, добивайте этого перца. Дайте ему перца как следует. О, похоже нет. Похоже, я получил. Но ничего. Сколько монет? Нормально. Штампуем бойцов. Мне нужна мана. Что там? Кого создать, а? Никого пока создавать не буду. Будем драться пока так. Ну. Лечим. Блин, смотри-ка, они пошли поверху, это плохо. Золотишко тащи. Да. Наверх. Войско собрать и срочно наверх. Ослик, иди сюда, забирай это. Че там, всех развалехали, да? Развалехали, конечно. Лечиться. Лечиться. Что там по деньгам, осел? Что по деньгам? Притащил, да? Молодец. Давай посильнее создадим. Может быть, действительно это поможет. Эх! Ну. Блин. Выходим. Так, куда пошел, а? Так, нужно сосредоточиться. Нужно собрать силу. Силу нужно собрать. А больше силы нет. Осел, тащи. Давай, хотя бы одного. Хотя бы продержаться. Давай, осел, тащи. Сейчас. Насобираем денег и соберем войско. Сильное, могущественное войско. Давай, мы тебя подстрахуем. Попробуй, задержи их. Задержи ценой своей жизни. Почему я не могу лечить его? Вот, отлично. Осел, тащи. Держится. Молодец. Блин, откуда ты взялся? Так, раз, боец. Два. Ну, понеслась. Молодец, смотри, какой герой, он их задержал. Денег опять нету. Катастрофа просто. Просто катастрофа. С этими деньгами?
Давай, 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 пошли, пошли, пошли. Вперед, вперед, вперед. Осел за деньгами быстрее побежал. Лечить, лечить. Лечить, лечить. Ну, 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 ну. Они подкупают наших. Да добейте этого перца. Мой Чили, с ним вечеринка была такой живой. Приятель, с его силой никому не совладать. Поблагодарил бы нас. Да, мы закрываем твою вечеринку. Отстой. Придется тащить все это в другое место. Ух. А ведь было совсем чуть-чуть. Было, я чуть-чуть прям не дожал, и было бы этого перца бы уже сразу... Разобрали бы его. Одержите победу, используя все предметы из меню улучшения. Завершите уровень за 4.30. Я бы, наверное, за 4.30 завершил. Вот чуть-чуть не хватило. Это что еще такое? Кто это? Ну и снова тот самый викинг. Так это ты одолел некромантов Барабародоса? Конечно я. Что привело тебя сюда, Синдбад? Я нашел сокровище, но жизнь в роскоши мне наскучила. Так что теперь я ищу приключений, кажется, я его нашел. Открытый бой. Он хочет сразиться, что ли, со мной? Синдбадушка. И подкуп у тебя есть, и пушки эти проклятые. Ну давай, сразимся. Не знаю, что мы возьмем. Возьмем вот этих, возьмем вот этих, возьмем, возможно, 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 возможно. А что возьмем еще? Что-то еще хочется взять. Может быть, воина пустыни, а? Или нет? Вот так. И, наверное, так. Далее. Молния. Горца. Так. Ну, пускай так. Далее. Угу. Здесь бабку. Пускай будет подкуп. Пускай будет буйство старины Лари. И еще что. Ну и пускай будет снежная буря. Готово. Так, поехали. Ослы начинают работать. О, ящики, я не пойму, что это такое. Такого первый раз вижу. Синдбадушка. Надо сходить посмотреть, что там. Ну, или то, наверное, просто сюрприз какой-то. А может быть, слушай, может быть, это войны будут? Может быть, действительно войны какие-то будут? Сейчас посмотрим. Что мы пойдем? Куда мы пойдем? Ну, пока так. И пока так. Ну и пока так. Да, смотри. Отлично. Красотка, которая поет. Куда пошла? Постой, подожди нас. Подожди нас, куда пошла? Ты одна ничего не сделаешь. Это интересно, но это будет очень, наверное, долго. Так, осел, а ну-ка сходи, притащи это все. Денег больше нет, да? Денег больше нет. Да что ты ничего не сделаешь сам? Ты ничего сам не сделаешь. Ну-ну, запинайте его по-быстрому. С вами же такая идет красотка легендарная. Я не понял, а где он есть? Че, затаился, что ли? Чпунь, чпунь, чпунь. Сбор получен. О, затаился, гад. Затаился. Но не знаю, насколько мы осилим это все. Но попробуем. Чпунь готов.
О, они еще на подходе. Еще на подходе викинги. Нет, это уже не одолеть. Этих уже не одолеть, конечно. Но мы не сдадимся. Мы не сдадимся до последнего. Давай, давай, давай. Еще, еще быстрей. Красотку нашу бьют. Один готов. Отомстим за нее. Отомстим. Так, давай, лечи, 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 лечи. Что там, что там? Деньги, деньги. Что собирать? Что собирать? Жмем, жмем, жмем. Так, готов, хорошо. Еще на подходе. Еще не... Да откуда у него столько денег, а? Я столько натаскал, а у него куча денег. Жмем, жмем, жмем. Ну, ну, давай, последние, последние викинги. Возможно. Нет, еще не последние. Еще есть. Чпунь. Еще есть. Давим, 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 давим. Мама Мия, мама Мия. Готов. Смотри, какое у нас войско. Добиваем ослов этих. Добиваем ослов. Ого, это наш здоровяк? Ничего себе, они обречены. Они просто обречены. Они еще не знают, с чем связались. С кем? Давай, давай, добиваем ослов. Синбадушка. Отлично. Нет, смотри, один еще выскочил, да? Но ненадолго, ненадолго. У него все, денег, деньги закончились. Денег неоткуда брать. Ого, похоже, мы тебя хорошо приложили. Не волнуйся за меня, викинг. Я все равно по традиции доберусь до дома и стану еще богаче. Смотри, как мы разогрелись. Прям завершили за рекордное время. Одержи победу минимум с 4 равными строениями на поле боя. Да зачем мне не нужно строение? Я и так победил, да? Нет, ну для коллекции, конечно, можно когда-нибудь повторить и зайти и сразиться. Слушай, ну здесь как бы все, дорога сюда вот лежит наша. Ну, это чуть позже, я думаю. Знаешь, да, я, наверное, на этом остановлюсь. Скажу спасибо, что смотрел меня. Подберусь поближе, конечно же, на своем тарантасе. Скажу спасибо, что смотрел меня. И пока-пока. До новых встреч. Пока.